Доброго времени суток, дорогие зрители! Вас приветствует коллектив Инновационного культурного центра, и сегодня мы подведем итоги 4-го литературного конкурса «Уральский книгоход». 4-й год подряд мы принимаем у себя талантливых мастеров пера, которых объединяет любовь к художественному слову, так как мы считаем, что писательство — это воплощенная нами на бумаге музыка, которой стоит поделиться со всем миром. С конца зимы и до глубокой осени Инновационный культурный центр принимал заявки на участие в конкурсе. Участникам нужно было прислать художественное произведение собственного сочинения. На конкурс принимались как индивидуальные, так и коллективные работы. Когда в 2016 году Инновационный культурный центр объявил о начале первого в истории своей деятельности литературного конкурса «Уральский книгоход», мы и представить не могли, как много неравнодушных авторов откликнется на наше предложение участия в конкурсе. Наше предположение о том, что конкурс будет сугубо локальным и городским, к нашей же радости остались всего лишь предположениями, ведь событие почти сразу обрело международный масштаб. Мы искренне рады, что пандемия не умерила пыл участников, и мы получили немалое количество талантливых работ в этом году. География участников не перестает удивлять. В 2020 году мы приняли заявки на участие из 6 государств, среди которых Армения, Беларусь, Израиль, Казахстан, Украина, а также из 67 регионов Российской Федерации. Участниками стали 217 человек самых разных профессий, возрастов и этнических групп, а произведения созданы в различных жанровых стилистиках. Итогами работы в течение 4-го конкурса стал вот такой вот чудесный альманах. Надеюсь, вам всем его прекрасно видно. В него вошли лучшие произведения участников в следующих жанрах: детская проза и поэзия, художественная проза, поэзия и документальная проза. Призер 3-го места получит 5 печатных экземпляров этого чудесного альманаха. Призер 2-го места получит 7 печатных версий альманаха. А победитель номинации получит 10 печатных версий альманаха. Наши сотрудники свяжутся с вами и организуют доставку по вашему месту жительства. А также каждый участник получит электронный сертификат и альманах. А призеры и победители получат дипломы. Команду экспертов в этом году возглавила репковец Ольга Александровна, директор фонда «Тотальный диктант», член Союза по русскому языку при президенте РФ, член президиума Азиатско-Тихоокеанской ассоциации преподавателей русского языка и литературы. А по завершению церемонии награждения каждый участник получит письмо, в которое будет содержать в себе видео с итоговыми комментариями от нашего председателя. В основной состав членов экспертной комиссии вошло 5 человек. Среди них Еременко Олеся Николаевна, заведующая методикой библиографическим отделом МБУК «Межпоселенческая библиотека Выборгского района, город Выборг». Кощеев Сергей Николаевич, лауреат всероссийских и областных конкурсов народного творчества, сценарист, ведущий, менеджер культурно-массового досуга отдела маркетинга МБУК «Ростовская-на-Дону, городская централизованная библиотечная система, город Ростов-на-Дону». Неснова Ольга Павловна, главный редактор издательского проекта «СМИ Арт Московия, город Москва». Сафонова Наталья Константиновна, кандидат педагогических наук, доцент и главный библиотекарь по научно-методической работе муниципального казенного учреждения культуры «Централизованная система детских библиотек города Челябинска». И Тимошкова Марина Владимировна, заведующая отделом обслуживания МБУК «Межпоселенческая библиотека Выборгского района, город Выборг». По сути, можно с уверенностью сказать, что каждый участник может по праву считать себя самым настоящим литератором. Особенно хочется отметить тех, для кого этот альманах стал первым признанием его литературного дарования. Мы всем вам искренне признательны. А теперь без лишних слов переходим к церемонии награждения. Начнем с номинации «Поэзия». В ней участвовало наибольшее количество авторов, и в этом нет ничего удивительного, ведь поэзия — это та же музыка, только выражена она через словесность. Для приветственного слова и награждения конкурсантов во всех наших текущих номинациях я передаю слово заместителю генерального директора по основной деятельности Государственного автономного учреждения культуры Свердловской области Инновационный культурный центр Павлу Владимировичу Мазалову. Дорогие участники фестиваля, спасибо вам большое за ваше творчество, креатив, вдохновение. Я всех поздравляю с окончанием фестиваля и желаю дальнейшего
развитие вашего творчества и достижение новых высот. А теперь переходим к самому интересному. И я рад, что мне досталась эта почетная миссия назвать наших победителей. Итак, победители в номинации «Поэзия». Третье место у нас достается Полухова Наталья, Московская область, город Королёв. Второе место — Рыжанков Александр, Свердловская область, город Первоуральск. И первое место в этой номинации — Шипошина Татьяна, город Москва. Наши поздравления. Переходим к номинации «Детская проза и поэзия». Третье место достается Косарев Владимир, город Новосибирск. Второе место — Пучков Андрей, Красноярский край, город Сосновоборск. И победитель в этой номинации — Шипошина Татьяна, город Москва. Следующая номинация. Номинация «Документальная проза». Так, третье место у нас получает Попкова Елена, псевдоним Елена Самкова, Московская область, город Ногинск. Второе место — Шипошина Татьяна, город Москва. И победитель — Ажгибесова Ольга, город Тюмень. И победители в номинации «Художественная проза». Третье место — Шипошина Татьяна, город Москва. Второе место — Колесников Тимур, город Донецк. И первое место — Пучков Андрей, Красноярский край, город Сосновоборск. Поздравляем наших победителей. Спасибо за участие. Ну вот мы и завершили подведение итогов 4-го литературного конкурса «Уральский книгоход». Я от лица организаторов поздравляю победителей и благодарю всех авторов, что приняли участие в нашем конкурсе. Каждый участник обязательно получит на память электронный диплом участника и электронный альманах. Уже в феврале 2021 года мы начнем принимать заявки на 5-й юбилейный конкурс «Уральский книгоход», в котором вам непременно стоит попробовать поучаствовать вновь. Следите за новостями «Уральского книгохода» на сайте инновационного культурного центра ikc66.ru и во всех удобных для вас социальных сетях. Всех с наступающим 2021 годом! Желаю вам творческих успехов и до новых встреч!